празднику языков народов Казахстана ребята готовились основательно, особенно первокурсники. День языков – праздник дружбы и единства всех граждан страны. Поэтому в этот день на сцене Академии разноцветие костюмов, а также песни и пляски всех этносов Казахстана. Это благодаря нашим студентам, благодаря кафедре казахского, русского, латинского языков, благодаря нашей администрации, при поддержке ректора, проректоров, деканов. Мы ежегодно проводим вот такое вот мероприятие, посвященное Дню языков в Республике Казахстан. Поскольку у нас многонациональное государство, у нас очень многонациональный вуз, к нам поступают из ближнего, даже зарубежья. Язык способствует объединению и сплочению нации, считает студент второго курса кафедры общественного здравоохранения Игорь Попов. А знание государственного языка говорит об уважении и высоком сознании всех граждан республики. Каждый народ должен уважать свой язык, свои традиции и беречь, потому что в нашей стране, например, 140 языков. И мы вместе живем в мире и дружбе, и мы должны сохранять это. Такие праздники часто проводятся в фармацевтической академии. Они воспитывают, объединяют и укрепляют взаимоотношения между людьми, превращая студенческую среду в дружную многонациональную семью.